Во святей праведней Матроне Московской помолимся. Святая праведная блаженная Матрона, моли Бога о нас. О блаженная Мать Матрона, душею на небеси, пред престолом Божиим предстоящая, телом же на земли почивающая, и данную тебе свыше благодати, различные чудеса источающая, призри ныне милостям твоим оком на ны грешные, в скорбях и болезнях, и греховных искушениях дни своя иждивающая, утешены отчаянные, исцели недуги наши лютые, от Бога нам по грехам нашим попущаемые, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа, простите нам вся наше согрешение, беззаконие и грехопадение, ими же мы от юности нашей до настоящего дня и часа согрешихом, да твоими молитвами, получивши благодать и велию милость, прославим в Троице единого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Поздравляю высокопреосвященных и преосвященных владык, матушку игуменью, всех братьев, отцев, сестер с праздником, таким важным и значительным для града Москвы. Мы вспоминаем святую старицу Матрону Московскую. Мы вспоминаем ее не так, как вспоминают обычно исторических личностей. Мы вспоминаем ее не только своей памятью, не только разумом своим. Она живет в наших сердцах, потому что она оставила такой след в жизни города Москвы, который не оставляли люди великие, славные, могущественные. Но кому еще из исторических личностей несколько раз в году столько приходит народу ко гробу? Никому. А к старице Матроне, слепой женщине, пораженной страшным недугом, которая всю свою жизнь лежала, не видя света Божьего, не имея возможности передвигаться, люди идут и идут и идут и будут идти, потому что она силой своей, предстательством пред Господа, отвечает на наши молитвы, она рядом с нами. Ее молитвами вознесся этот дивный монастырь. Несомненно, ее молитвами подает Господь силы и матушке игумене, и всем сестрам, чтобы в таком замечательном благочинии содержать это святое место. Радуюсь, что Господь сегодня привел меня сюда. Ее молитвами да хранит Господь град Москву, сию святую обитель и всех, кто с верой и надеждой и любовью притекает к ее святым мощам. В память о посещении сей святой обители я бы хотел преподнести мощи святых Флора и Лавра, запечатанные мощи с сертификатами, свидетельствующими о подлинности. Пусть эти святыни умножат святыни, пребывающие в этом святом месте, и молитва перед этими святыми мощами пусть укрепляет в вере тех, кто будет сюда приходить и спрашивать у святых угодников и у святой праведной Матроны Московской вся потребная для жизни – и сей земной, и для жизни вечной. Аминь. С праздником поздравляю вас!